По итогам предварительной части первого дня чемпионата России в финал пробились трое дагестанцев. Без осечек турнирный путь прошли легковес Рамиз Гамзатов, а также Гаджимурад Рашидов и Магомед Курбаналиев. Дорога к финалу для каждого из них была непростой. Всем пришлось провести по 4-5 упорных схваток. В захватывающем полуфинале Гамзатов в концовке сломил сопротивление якутянина Иванова. Рашидов оказался сильнее Бекхана Гойгереева. Курбаналиев в равной схватке по качеству баллов одолел своего друга Гази Магомедова. Золотые медали чемпионата борцы оспорят вечером. Так Гамзатову будет противостоять призер чемпионата Европы из Чечни Садулаев. Рашидов встретится с тувинцем Начином Кууларом. А одним из наиболее интересных обещает быть финал между представителями школ борьбы Дагестана и Алании. Курбаналиев сойдется с Соболовым. Финальные встречи первого соревновательного дня состоятся после 18 часов 30 минут.